Вот шли из парка, наткнулись на дорогу, которую взломали. Видать, здесь хотят делать хорошую асфальтированную дорожку. Ну, что скажу. Дай Бог бы, чтобы была тут хорошая дорога. А то придется, наверное, опять какие-то казусы выставлять. А пока вот такие казусы. Пока все сломано. И что-то даже в этот выходной день, погода солнечная, ничего не делается. Так как, наверное, люди отдыхают. Ладно, что скажу. Поглядим, что дальше будет из этого, что получится. Ну, итак, пойдем. Что вы скажете насчет погоды сегодняшней? Замечательно. Замечательно? Голубое, солнце светит, облачка. Радует? Только гулять. Да. Радует. Ага. Спасибо. Всего хорошего. Гриль-парк. Ну это что за гриль-парк? Тут что могут? Шашлыки только печь? Готовить, жарить шашлыки, наверное. Или что еще? Что тут, наверное, еще может быть? Ну-ка глянем, заглянем. Ага, понятно. Ясно. Все понятно. Все понятно. Ясно. Облюбовали для шашлыков. Облюбовали для шашлыков. Больше ничего не могли придумать, как здесь огородиться и делать шашлыки. Главное, кто это додумался до такого. Отхватить такой кусок парка, чтобы готовить шашлыки. Здорово. Больше ничего не придумаешь. Нарочно даже не придумаешь. Вот так вот у нас обустраиваются в парковых зонах такие вещи, как гриль-парк. Ну что, выходной день. Все гуляют в хорошую погоду, прохлаждаются в парке. Народу полным-полно везде. И вот фонтан не работает уже осенний период. За свое существование закрыли работу фонтана и все. Вот такой паразитический проект мы наблюдаем за архитектурным зданием такого красивого здания и наблюдаем такую картину такого паразитизма. Это просто называется паразитизм. Кто удумал это строить, уже всем понятно. Вот. И такое, наверное, будет уже. Ни одно здание в таких местах. Была хорошая архитектурная картина, прекрасная, этого здания. Нет, на тебе, все испоганят, все испортят. И вот, пожалуйста, выстраивается в этом месте такой паразитизм. В
Больше никак не назову. Пройти нельзя, кругом одни машины, все заполонили. Ёкарный бабай. Где пройти, где чего, куда податься? Уродство, да и только. Как будто кроме машин больше ничего не надо. Да. Вот то здание виднеется еще лучше тут, отсюда видать. Хороший пейзаж. Прям ничего не скажешь. Картина Репина, приплыли. Вот вырисовывается такой пейзаж. Такой этажерки. Такого паразитизма к нашему городу. Больше никак нельзя назвать. Полный паразитизм, больше ничего. Отсутствие понятия, отсутствие нравов и так прочее. Вот. Полный газетизм и полный паразитизм. Никому ничего не надо. Вот так вот, люди добрые. Все это обливается горькими слезами. Который раз. Я убеждаюсь, что власть Дзержинска попустительствует всему. И больше ничего. И больше ничего. Это не архитектурный проект, ребята. Это что-то взято из какого-то гоп-стоп. Вот вид издалека этой этажерки. Полный паразитизм, полный эгоизм, отсутствие нрава и все прочее. Все для чемпионата мира. Мы сломаем, переделаем, только уделаем не в лучшую сторону, а в худшую. Ира, иди сюда. Иди сюда, по врачевски можно ходить. Извините, пожалуйста, женщина, я вас могу спросить о чем-то. Вот, допустим, взять вот об этом строительстве никчемном. Вот какой вид он представляет? Вам ничего об этом не говорит, ничего не напоминает? Да посмотрим, когда все сделают. Может быть, красиво получится. Понимаете? Она красота-то изначально ведь была. Понимаете? Вот этот вот архитектурный проект, вы со мной согласитесь, был изначально хорошо. Но вот если вот он выглядывает, вот эта вот этажерка, вот это вот, это уже совсем теряется, уже другой вид. Ну, другой. Ну, посмотрим, что получится. С вашей точки зрения, красиво или нет? Ничего не могу сказать. А? Это пока полуфабрикат, пока ничего не могу сказать. Ну ладно тогда. Всего хорошего. Вот сейчас у девушки спросим. Что скажет? Молодой человек, можно вам задать вопросик небольшой? Можно? А вот как вы считаете, вот такая красота неописуемая или как? После вот такой архитектуры, которая до этого была. Вот с этой вот постройкой такой вот старинной, такой интересной, исторической. И вот вырастает вот такая вот этажерка. Ну, с точки зрения архитектурного проекта, как, умно или нет? Я вас спрошу. Нормально. Нормально? А, ну спасибо. Молодые люди, вопросик вам можно задать? Небольшой. А, вот как вы считаете, вот
то, что строится вот за этим зданием, за историческим, так? Так скажем, история основана, вообще история вся эта нашего города. И вот такое возвышение строится там, внутри. Вас как вот это вот? Не волнует никак, как-то не тревожит вот это вот, то, что будет после? Нет. А? Нет. Вы думаете, это будет красиво? Или как? Вы считаете? Вот вы в каком классе учитесь? В седьмом. В седьмом. Вы, наверное, уже прошли там уроки искусства, архитектуры и все прочее. И вот с вашей точки зрения, как это, красиво или нет? Просто. Ваше мнение, как? Как-то не очень будет, мне кажется. А? Мне кажется, не очень. Вот, правильно. А у вас как? Ну, я то же самое думаю, но когда-то город все равно надо перестраивать. Что перестраивать? Вот эту, вот эту архитектурную постройку, что исторически она памятного значения, да? Ее надо перестраивать или как? Вы считаете, что это все снести и построить вот такие вот коробки, которые сейчас никчемные у нас в городе выстраиваются? Нет, я имею ту вот за историческим зданием. Надо перестроить и куда-нибудь подальше ее. А, подальше. Да, чтобы ее просто... Чтобы тут-то она не вписывалась. Да. Пускай она впишется где-нибудь в микрорайоне, правильно? Да. Где вот такие же растут грибы. Да. Правильно? Вы согласны? Да. Ладно, спасибо вам. Всего хорошего. Что за черт? И тарарам, где любимый наш фонтан. О, какая собачка. Какая собачка классная. Ой-ой-ой. Вот это да, вот это собачка. Здоровски. Бургер Кинг. Бургер Кинг, видишь? Вот больше ничего у нас. Только Бургер Кинг, Бутер Кинг и все прочее. И ярмарка расположена в районе бывшего фонтана. И больше ничего. Кругом торговля и никому нет дела. Всем насрать и наплевать. Вот еще одна очередная коробка уже отстроена, скоро будет функционировать. Кругом одни коробки, больше ничего. Что мы сегодня наблюдали за нашим похождением по городу? Мне не понравилось, короче, как выглядит сейчас наша площадь Дзержинского, так как на фоне всего за архитектурными проектами разнеслось здание никчемное, вообще ни по разуму, ни по уму, и больше хорошего мало. Все что-то перестраивают, ну пускай перестраивают, ладно, бог с ними. Чемпионат мира глядит по футболу, значит все делаем и удобряем всю площадь. А буквально в глубине города творится все, что было до этого погрязшее, в дерьме полном и больше ничего. Вот сейчас мы на площади стоим около универмага. Тоже. Как было бесхозяйственное дело, никому нет дела. Одна торговля, больше ничего. Всем нужно только бабло, больше ничего. Что осталось в людях, тоже непонятно что. В общем, я скажу, я не приветствую такое дело, что с размахом, с таким темпом у нас уродуется город, прям варварски относится к городу. Я не знаю, кого уже спросить, у всех только одно на уме. А бог с ним, ладно, и что, больше нет никакого ответа. Некоторые такие единицы, которые могут сказать что-то о городе. А в основном хер с ним, пускай строится кое-как. Лишь бы только их не доставали и лишь бы не было их участия. Больше ничего. На этом я кончаю свой репортаж. С вами был Алексей Доктор Мусин.